Кольчуга – живой доспех, в отличие от простых лат, переливалась на воине, как чешуя, практически не стесняла движения ратника. Была очень удобна транспортировке и ремонтопригодна. До принятия христианства славяне, разумеется, сидели на ветках в звериных шкурах с каменными топорами. Вот только почему-то они брали Царьград, ходили под шелковыми парусами, а знаменитый Роланд, племянник Карла Великого, предпочитал носить кольчугу, сделанную на Руси. Чудеса! А еще крепкая кольчуга спасла великого князя Святослава Игоревича в бою под Доростолом. Надел кольчугу, как три ушата холодной воды на себя опрокинул. «Ибе видите страшно в голых доспехах, яко вода солнцу светло сиящу». И смотреть страшно на воинов в голых доспехах, так как они блестят светлее, чем вода на солнце. Русская летопись. Ну что, на этом я заканчиваю. Благодарю вас за просмотр. До новой встречи и пока.